Николаевич Рыбин. Василий Николаевич Рыбин – герой социалистического труда, председатель колхоза имени Ильича Старорусского района Новгородской области. Родился в деревне Большое Орехово Старорусского района, ныне Новгородской области. В 1941 году окончил 6 классов школы в деревне Нагул Старорусского района Ленинградской, а уже с 1944 года Новгородской области. В годы Великой Отечественной войны был угнан немцами, освобожден в городе Валга Эстонской ССР. С 30 сентября 1944 года работал в колхозе политотдел Наговского сельсовета Старорусского района Новгородской области. В январе 1945 года призван райвоенкоматом на разминирование полей района. В марте-мае 1945 года прошел курсы минера при Старорусском райсовете АСО «Биохима». 31 мая 1941 года был ранен при разминировании, находился в госпитале в городе Боровичи. С июня 1945 года вновь работал в колхозе политотдел. С марта 1951 года заведующий фермой укрепленного колхоза «Парижская коммуна». С февраля 1957 по январь 1961 председатель колхоза «Парижская коммуна». В 1958 году окончил 8 классов Наговской школы. В связи с укреплением колхоза с января по май 1961 года заместитель председателя, а с мая 1961 по декабрь 1962 года секретарь порторганизации колхоза «Россия» Старорусского района. С января 1964 по 1969 годов председатель колхоза «Путь к коммунизму», а с января 1969 года председателя колхоза имени Ильича Старорусского района Новгородской области. В восьмую пятилетку 1966 по 1970 в руководимом им колхозе хозспособом были произведены культурно-технические работы на площади 1490 гектаров, коренное улучшение лугов и пастбищ на площади 360 гектаров, и поверхностное улучшение на площади 249 гектаров. Колхоз одним из первых в районе широко применил подстилочный торф, аммиачную воду. За пятилетку урожайность зерновых по хозяйству возросла на 7,5% с гектара. Значительно увеличилась урожайность картофеля и других сельскохозяйственных культур. Тракторный парк колхоза за пятилетку увеличился почти вдвое. За два года построено 3 четырехквартирных жилищных дома для молодых семей, введено 10 километров дорог. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Рыбину Василию Николаевичу присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1974 году окончил Валдайский совхоз техникум. Жил в деревне Пеньково Старорусского района. Умер 3 сентября 1984 года.